Доброе утро. Сегодня я приехал на стройку. Разгружаемся краном. Уже стоит машина, разгружается. Это Александр. Тоже ездит на полуприцепе. 10 кубов привез. Я после него приехал. 70. 1 евро. Давай я покажу. Так, говори еще раз. Стоит в России 70 рублей. Это соединение кирпичей, да, получается? Вот местные работники. Чей шлопец? Че робишь? Ниц? Ну вот, я тут хожу по стройке, со всеми здороваюсь. Как дела? Когда домой? Сегодня. Сегодня уже? Я сегодня, да. Сегодня и до сюда уйти. До шестого, да? Я не, я до 20-го. До 20-го. Происходит разгрузка краном. Так что день хорошо начался. Но осталось немножко 2 дня, и потом уже праздники начинаются. Пока я разгружался, Саня уже съездил, загрузился и приехал. Я хочу представить своего товарища по работе, Александр. Вот он приехал, будет после меня разгружаться. Расскажи, привет, расскажи про свою профессию. Хорошая профессия. Он даже в машине в каске ездит. До того соблюдает все правила. Вот такое случается, когда сверху не закрывают бочку до конца. На крыше бочку не закрыл до конца. Вот столько бетона вылилось, так как бочка была не закрыта. Вот в таких случаях надо носить каску. Я получил вот сейчас стройку, находится в центральной части города, то есть не очень хорошо, так как мало места, машины запаркованы, велосипедисты везде ездят, где надо и не надо. С левой стороны находится телевизионная башня, ее высота 279 метров, она находится в центре, ее с любой окраины видно. Ну вот приходится вот так объезжать. Так, вот я и приехал. Стройка находится с правой стороны, вот за светофором. Я заехал, сейчас пойду схожу наверх, посмотрю, как сверху выглядит. Ну вот так вид сверху. Я. Так, я забрался на крышу. Вот уже кран
Thank you.